И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дрил ТВ. И это очередная проверка промокодов. Но, скорее всего, эта часть будет отличаться от других максимально сильно. Почему? Потому что сегодня мы будем проверять промокоды с карточек. Многие не знают, что существуют карточки промокодов, где с одной стороны рисунок либо коллаборация и написано Free Fire, а с другой стороны награда и сам промокод, но и также официальный сайт, куда его нужно вводить. Обычно такие промокоды бывают на малое использование, но есть такие, на которых может быть и 5, и 10 использований. Таких промокодов вообще очень-очень много, и сегодня все промокоды, которые я нашел, я буду проверять. А некоторые промокоды мне надо было даже покупать, где продавцы предоставляли вот такие вот пруфы, то что они якобы использовали этот промокод, но там еще остались использования. Это мы с вами сегодня проверим. Ну, а если вы не хотите проверять промокоды, но хотите, допустим, получить вот такой вот скинчик себе на двухстволку, сейчас почему-то у нас не заходит, вот такой вот скин на двухстволку, если хотите получить, то в закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на видео с конкурсом на вот эту самую двухстволку. Поэтому, ребят, участвуйте, участников не так уж и много, а условий очень мало, поэтому ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребят, где же вводить промокоды? Во-первых, многие могут вам кидать фейковые промокоды и говорить, что их надо вводить именно вот тут. Но где же их надо вводить? Вы нажимаете календарик, вы набираете объявление, дальше техподдержка, а точнее вот промокода, и нажимаете перейти. После чего вы попадаете на официальный сайт, где подтверждаете свой аккаунт. Вот я его уже подтвердил, и эти самые промокоды я буду проверять на основной аккаунт. Так как если я прошлые промокоды проверял на втором аккаунте, то сегодня я буду использовать на основной аккаунт, потому что у меня очень большое предчувствие, что эти промокоды могут сработать. Но я вам всем желаю приятного просмотра. Ну что, ребят, первый промокод пошел. Прямо сейчас я буду вводить. Если что, все промокоды я оставляю по своему топу. То есть от промокода, у которого малая вероятность, что он сработает, и до промокода, в котором я практически уверен, что он сработает. Итак, вводим первый промокод. Выглядит он примерно вот так, ребят. Буду благодарен, ребят, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что эти промокоды было искать очень сложно, которые именно карточные, потому что им в основном выдавали ютуберам и людям, которые выигрывали какой-нибудь конкурс. Вот так вот выглядит первый промокод с карточки. Мы нажимаем «Подтвердить» и посмотрим, что же нам могут дать. Ошибка при получении. Я уже подумал, что ошибка сервера, и думал, ничего страшного, сейчас еще раз попробуем, но оказалось, что это ошибка при получении. Ну ничего, ребят, идем к следующим промокодам. Как я говорил, то что, во-первых, очень маленький шанс, что они сработают. Так, главное его еще и правильно писать. Вот так вот и вот так. Вот, написали мы эти промики и нажимаем, ребят, подтвердить. Не удалось погасить, код неверный или уже погашен. Фух, ну, ребят, это уже довольно странно. Это уже очень-очень странно. У нас второй промокод и второй промокод также не сработал. Хорошо. По-быстрому вводим следующий промик. Ой, я случайно 2S поставил, ничего страшного. Вот так вот выйдет третий промик. И третий промокод также не сработал. Но это были в основном промокоды, которые я нашел. Они даже были в очень плохом качестве. Возможно, я перепутал там даже буквы, потому что был, допустим, очень большой синий фон и тому подобное. Потому что я находил такие фото с этими карточками, где качество просто микроскопом надо смотреть. Ну а мы вводим следующий промокод, это уже четвертый. Вот в нем я хотел бы, чтобы он сработал. Даже если четвертый промокод сработает, тут у других тогда шансы просто будут огромные. Так вот ввели этот промик. Это был четвертый промокод. Ага, отлично. Просто замечательно, ребят. Просто замечательно. Так. Есть. Все, пятый, ребят, промокод. И не удалось получить. Так, ребят, те, кто досмотрели до этого момента, я вам очень сильно рад, потому что вы сможете использовать настоящий промокод, как только на этом видосике наберется 100 лайков. В моем телеграм-канале по ссылке в описании выйдет рабочий промокод. Поэтому, возможно, поставь лайк и добей 100 лайков, и заходи в телеграм-канал, возможно, там уже вышел этот промокод. Ну, а мы идем дальше. Это у нас шестой промик. Вот так вот он выглядит. Тут очень много цифр почему-то. Ну, не знаю. Возможно, я опять же мог ошибся, потому что фото было очень плохое. Не удалось погасить, код неверный или уже погашен.
Окей. Седьмой промокод, ребят. Седьмой промик. А тут наоборот очень много букв. Класс. Просто то много цифр, то много букв, но это же все-таки промокод. Так, вот видите, я только что ошибся. Не ту букву написал, поэтому обязательно надо проверять. Хорошо, что у меня перед собой листочек, и я все сверяю. Блин, я уже даже не посмотрел, потому что я был уверен, что он не сработает. И меня это очень-очень сильно расстраивает. Хорошо, что эти промокоды, я даже те, которые покупал, не так уж и много тратил, как на прошлые части. Но в этой рубрике у нас было такое, что срабатывали промокоды, поэтому нам остается верить, только верить. Понял? Понял, ребят, вводим 9-й промокод. Так, ой-ой-ой, я не тот промик начал писать. Так. Вот видите, что-то я ошибаюсь, потому что мне очень хочется, чтобы он сработал. Я даже подвязал специально свой основной аккаунт, чтобы себе награду это получить. И, возможно, если сработает, то вам тоже. И нет. Ну все, ребят, вводим последний промокодик. Последний промик. Он, кстати, у нас на купончике оружейные. Нормально, в принципе, я не откажусь. Не откажусь. Вот так вот пишем его. И нажимаем подтвердить. Не удалось погасить, код неверный или уже погашен. Очень жаль, ребят. Но опять же хочу сказать, что 100 лайков и в телеграм-канале по ссылке в описании выходит рабочий промокод. Реально рабочий промокод. Поэтому, ребят, заходите, его вы точно сможете использовать. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если хотите еще таких проверок, я постараюсь найти какие-то магазины, какие-то опять карточные промокоды и тому подобное. И я надеюсь, мы точно найдем что-нибудь классное, что вы сможете использовать себе. Ну а с вами был я, Дрил ТВ. Мы увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике. Всем удачи и всем пока.